проблемам регионального рынка труда. По последним данным, на предприятиях региона более 1500 работников не получают зарплату в срок. Сегодня на заседании профильной межведомственной комиссии руководители некоторых организаций должников отчитались о том, как собираются ликвидировать невыплаты. Продолжит Александра Авдеева. На сегодняшний день общий размер долга перед трудящимися за несколько месяцев 2016 года составил более 100 миллионов рублей. По объему невыплат, к большому сожалению, лидируют Белгородский, Староскольский, Борисовский районы. Задолженность по зарплате у ряда предприятий превышает 10 миллионов рублей. Но, тем не менее, большинство прилагают максимум усилий, чтобы рассчитаться со своим коллективом. Для белгородского предприятия «Мехколонна-77» крайний срок – 10 октября. До этого числа предстоит выплатить работникам более 3 миллионов. У нас сейчас на данный момент подписано очень много договоров, которые выполняются. И суммы довольно приличные. Люди сейчас у нас работают. Сейчас Москва строится, дорога расширяет. И вот мы делаем переносы высоковольтных линий. И вот за счет этих средств, за счет авансовых, мы думаем, что эту задолженность мы погасим. Отдельная история – 5 предприятий-банкротов, имеющих долги по зарплате. Ситуация на особом контроле у межведомственной комиссии. Будем выставлять имущество на реализацию. И надеемся, что с первых торгов имущество реализуем. И это позволит нам произвести погашение задолженности по заработной плате. И есть еще у нас варианты. Мы проводим работу по согласованию договора аренды. Есть претенденты на аренду этого имущества. Адресная работа межведомственной комиссии с руководителями организации имеет результат. За последние месяцы на 28 предприятиях области невыплаты ликвидированы, а это 47 миллионов рублей. Совместно с работодателями профильной комиссии разработаны дорожные карты погашения невыплат. Если организация-должник не выполняет обязательства в срок, дело грозит судом и штрафом. Однако главным в этом вопросе все равно остается личная ответственность руководителя перед своим подчиненным. Это страшно, так сказать. Вообще для людей трагедия, когда они остаются без заработной платы. Поэтому любая организация на своем уровне должна принимать весь комплекс мер и ни на секунду не ослабляя внимания к этой проблеме. Александра Авдеева, Эдуард Горелов, Новости Мира Белогорья.